Дагестан впервые стал лидером по производству винограда, прервав многолетнее лидерство Краснодарского края. Об этом говорили на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Достижению положительных результатов ведомства способствовала и господдержка. На развитие АПК в прошлом году было выделено более 4 миллионов рублей бюджетных средств. Агропромышленный комплекс вносит весомый вклад в формирование доходной части бюджета, несмотря на то, что она является не самой налогоемкой отраслью. За 2020 год поступление составило бюджет республики 6 миллиардов рублей от АПК. В текущем году ведомством принято решение обратить особое внимание на развитие молочного животноводства, а также производства винограда, его переработки и реализации. Снова заработает научно-исследовательский институт ДАК «Агровинпром» в Дербентском районе. Будет решена и проблема водообеспечения Аракумских и Нижнетерских озер, обещает вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. В сфере растениеводства основное внимание обратят на переработку плодов и овощей. Первостепенной для региона остается проблема опустынивания почв в северной зоне Дагестана. В связи с тем, что отсутствует пастбищеоборот и нагрузка на эти отгонные земли увеличилось в разы, дорогие друзья. Поэтому параллельно с климатическим природным фактором они пришли вот в такое состояние, в котором сегодня они находятся. Никакая работа не проводится по улучшению состояния этих пастбищ. Никаких кормовыми культурами никто не занимается. Поэтому я вас призываю перестроить свое отношение к этим вопросам.